Всем привет, с вами Вадим, и сегодня мы продолжаем обучение по StarCraft. Это второе видео. И сегодня мы рассмотрим с вами такие темы, как распорядиться жетонами, как фармить более сильных мутантов, что покупать новичку в первую очередь. Для перепродажи нужно выбирать те вещи, которые наиболее востребованы на рынке, которые наиболее универсальны. Соответственно, и которые наиболее выгодны нам по конвертации жетончиков. Конвертацию мы производим непосредственно с помощью калькулятора, деля цену товара на аукционе на стоимость ее закупки у токаря. Конвертация должна быть как минимум 50 к 1. Соответственно, один жетон 50 рублей. Барабанный магазин на МП5 стоит всего на все 19 тысяч рублей. Он вмещает 50 патронов. Он поможет нам экономить. Я объясню почему. Данный магазин имеет вместимость 50 патронов. Базовый магазин имеет вместимость 30 патронов. Соответственно, если бы у нас был барабанный магазин, мы бы могли 50 патронов взять сразу с собой. Что это дает? Это дает вам в случае гибели возможность не потерять все патроны, которые вы несли с собой. Или даже сохранить все. То есть, если вы берете всего с собой 50-60 патронов, то, скорее всего, вы не потеряете ни одного, потому что патроны, которые заряжены непосредственно в сам магазин, они не выпадают. Плюс к тому, это повысит ваш шанс на выживание в случае той же встречи со стаей собак, потому что у вас будет 50 патронов вместо 30 для того, чтобы отстреляться, а это уже позволит вам убить, там, допустим, не одну-двух собак, да, а 3-4 собаки. Вот, это очень неплохо. Итак, давайте отправимся с вами на армейские склады для того, чтобы попробовать пофармить более сложных мутантов. Сразу же обозначим тот флаг, что мы не будем пользоваться разными багами и прочими вещами. Не потому, что это плохо или нехорошо, а просто потому, что их могут пофиксить в будущем. Поменять систему спавна или поменять интеллектуальную составляющую NPC и мобов. И просто-напросто данное видео устареет очень быстро. Поэтому мы будем фармить просто обычным классическим способом, без использования различных багов. И вот мы на армейских складах. Сейчас мы здесь освоимся. Мы подходим к снабженцу, смотрим, что он продает. Нам нужно как минимум несколько обычных аптечек. Нам нужно запастись патронами. Дробь нам будет очень нужна. Теперь кладем все это к нам в хранилище. Я это делаю для собственного удобства. Вы можете не закупать заранее запасы, но всегда следите за своими финансами, чтобы вы не остались без денег. Делим. Армейские склады — достаточно опасное место. Помимо того, что здесь множество мутантов, в том числе кровососов, эта локация является также смежной. Соответственно, здесь есть и бандосы, и сталкеры. Итак, вот мы на армейских складах. Для начала нам нужно подойти к зеленому и поговорить с ним. Вот. Он мне дал уже за какое-то предыдущее выполнение задачи деньги. Вот. Здесь мы просто берем все квесты, которые он дает. Просто прям без разбора. Дальше мы идем выше. И подходим к Павлухе и Хунте. Хунта, по-моему, дает какой-то тоже квест, который нужно будет выполнить разово. Вот. Павлуха нам дает тоже несколько квестов, тоже покажет, что нужно делать, и забираем все, что он говорит. Вот, у меня, к сожалению, так вышло, что квесты эти выполнены чуть ранее. Ну, да и ладно. Вот, возвращаемся. Смотрите, нам с собой нужно хотя бы пару аптечек. Это прям очень важная тема. Во-первых, вас могут просто попасть очередью, случайно, в том числе, не обязательно, что вас будут убивать намеренно. А и вам нужно будет после этого выжить. Вот. Поэтому мы заходим на склад, делим аптечки, вот, и берем пару штук с собой. Опять же, каждая аптечка — это 40 рублей. Не нужно думать, что там возьму с собой 5, 10, 20 штук, и это вас спасет. Чаще всего, если по вам косят огнестрелом, то у вас, соответственно, шансов на выживание не так много. Армейские аптечки мы пока что не берем, но нам это особо не нужно. Вот. Я возьму с собой друга, мы сейчас вместе пробежим по точкам. В принципе, можно все это делать одному, но вдвоем как-то повеселее. Плюс, если что, кто-то может переагрить какого-нибудь опасного мутанта на себя и дать вам возможность отойти, использовать аптечку или перезарядиться. Мы, кстати, еще не рассмотрели фарм кабанов, но это отдельная история.
Кабаны достаточно прибыльный фарм, но и не такой простой. Если, конечно, использовать различные подъемы, куда они не могут зайти, отстреливать их, но это уже отдельная история. Итак, кстати, здесь первая точка. Давайте мы ее возьмем. Условно говоря, вам сюда нужно будет забежать. Это будет одна из точек, за которую вам дадут денег. Вот, и дальше мы бежим, соответственно, на следующей точке. Вот кабан. Собственно говоря, ну, как видите, нужно по нему достаточно много всадить. Вот. А навигационные маячки я бы вам рекомендовал на данном этапе продавать. Видите, бежит бандос. Осторожно, чужой! Как бы, ну, бежит себе и бежит. Лучше не провоцировать его на стрельбу. Ну, хотя вот мой напарник так не считает. Идем дальше. Непосредственно по точкам. Смотрите, это снорк. Что нужно делать со снорком? Он будет на вас прыгать. И очень опасно, если он на вас попал и ударил. Соответственно, лучше отойти в момент, когда он сделает замах. Вот. Ну, соответственно, когда у вас есть напарник, то отстрелять его не так сложно. Когда же он нападает у вас один, и не дай бог он... Не дай бог вы затупили, и он вас ударил. Быть беде. Тем более, если у вас нет защиты от разрыва. Вот, смотрите, снова кабан. А, когда кабан на кого-то сагрен, лучше подойти поближе. И дать ему дуплетиком. Ну, аккуратно. Патронов мы с собой берем мало. Вот, кстати, мы уже неплохо нафармили. Здесь фарм идет гораздо проще, чем... когда мы фармили собак в баре. Вот. Здесь у нас точка, которую нужно взять. Соответственно, видите, у нас появилась метка, что новое задание — третья точка. Идем дальше. Нам нужна третья точка. Тут может быть кровосос, поэтому осторожно. Готовьтесь использовать аптечки и бежать. Просто бежать. Аккуратненько подходим. Все. Плохо, что не произошло никакого графического изменения, то есть точка как висела, так и висит. Вы это можете посмотреть только если вы выберете эту задачу здесь, сделать ее активной. И вот вы увидели, что галочка стоит в правом верхнем углу, что болото на западе непосредственно пройдены. Смотрим, куда нам дальше. Нам дальше нужно идти сюда. Более опасное место, но все же. Заметьте, я не собираю отряд там из 4 человек, это не нужно, это было бы совсем уж прям не обучение точно. Но одного человека всегда можно найти. Можно всегда встать и просто написать ребятам, типа, ребят, кто хочет пойти там пройти ежедневки? Смотрите, картечь, берем ее, она нам понадобится, берем бинты обязательно. И, в принципе, это тоже все собираем. Вот. Теперь у нас есть 15 патронов. Такое часто бывает на армейских складах, здесь постоянно кто-то кого-то убивает и остаются рюкзаки. Поэтому не стоит пренебрегать этим, можно найти очень полезные вещи, которые спасут вам жизнь. Лутаем. У нас плюс 200. Тут опасно. Ой-не-не, уходим, уходим, уходим. Я не использую аптечку, потому что я их экономлю, как бы. Главное, кровотечения нету. Нифига себе, раздают говна. Давайте используем аптечку, у нас в принципе еще одна. У нас еще парочка в запасе останется, мы где-то подлутали одну аптечку. О! Минус. Опасное место, опасное. Не стоит недооценивать. Ну ничего, пробуем еще раз. К сожалению, я так понимаю, что здесь меня радиация просто убьет, если я пойду. Поэтому мы обойдем. Или нет? Давайте попробуем пробежать. Ой-ой-ой, это бандос. Это бандос. Лучше бежать. Вот я использовал две аптечки, которые взял. Надеюсь, что мне хватит вывести радиацию. И сейчас я не нарвусь. Вот, понимаете, есть вот такие вот просто конченые пидорасы, которые просто убивают тебя, новичка, который бегает с БМ, просто чтобы вот убить, потому что, блядь, у него писюн. Неадекваты, просто неадекваты. Ну да ладно. Двигаемся дальше. Собаки лают, караван идет.
Все, отрезаем ноги. Перезаряжаемся. Отлично. Ой, это враг, это бандос. Блин, вот что за бандосы? Бандосы не люди, реально. Вот большинство из них, они ведут себя вот так. Видно же, что чувак, блядь, не в изоскелете ни в каком, ничего. Просто творят такую дичь. Вон, смотрите. Просто стрелять на него на такую дистанцию, еще экспансивным патроном, практически бесполезно. Практически бесполезно. Ну, это капец. Просто днище, блядь. Ну вот в АО-5, блядь, со всей ерундой. И занимается такой херней. Понимаете, да? Просто вот, ну, нулина человек, что ты поделаешь. Пробуем еще раз. Ну вот капец вообще. Вот зачем он это сделал? Просто вот побегал мимо и решил, блин, просто взять и убить. Просто потому что захотел. Днище, просто вот чертовы днище, я прям не знаю, ну. Капец, нулины саны. Смотрите, вот запоминайте. Вот самое днище Сталкрафта, самое дерьмо, вот, вот оно. Просто вот оно. Смотрите, сколько дерьма. Сколько же там дерьма. Вон оно все бегает. Повылезало говнище. А знаете, почему говнище повылезало? Потому что онлайн маленький. Мама дома по попе хлопает их, и они сюда приходят такие, и всю свою мерзкую, мелкую, мелочную злобу вымещают. Смотрите, неплохо. Вот это типичные армы. Можно идти, страдать, терять все, что есть, несколько раз, и после этого просто взять и нафармить настолько много всего, что можно просто брать с собой 150 патронов на МП5 и не париться абсолютно. Теперь у нас есть еще патроны. Давайте возьмем все патроны. Перегруза пока что нету. Ядрить, колотить. Вот это нам. Смотри, сколько он хп мне снял. Все. И лучше вот так вот играть в эти, в передергивания. Не подриближайтесь к нему близко. Умрете очень быстро. Мы могли пройти мимо, но за него хорошие деньги дают, и из него может убить хороший лут. Вот, но одному с ним лучше не связываться. Я так понимаю, что Фасти все подлутал. Глаз был. Отлично. Погнали дальше. Вообще, если бы вы сейчас забрали глаз, то лучше его сразу нести на базу. Вот, соответственно, в данном случае я не буду брать глаз, хотя он мне его предлагает. Потому что это было бы несправедливо с точки зрения обучающего видео. Смотрите, еще части мутантов. Просто ходить, фармить вот эти части мутантов, даже не фармить, а просто собирать. Можно заработать неплохие деньги. Просто бегать туда-сюда и носить части мутантов. Так, попробуем по-тихому подойти поближе. Без палева. Просто беги туда. Ну окей, давайте пробежим. Пофигу, что нас убьют, но мы возьмем точку.
Вот, точка взята. Окей. Не супер круто, конечно, не самое чистое прохождение, но тем не менее. А, зеленый. Смотрите, 15 тысяч уже нам дал. 15 тысяч уже дал. Это уже неплохо. Согласитесь. По крайней мере, с заработанными там 10 тысячами в прошлый раз. За, там, скажем, за час, да. Здесь это очень неплохой заработок. Так, я не буду сейчас с собой брать вообще никакие патроны и все остальное. Опаньки. Смотрите, снорк. Опасная штука. Вот, поэтому лучше его. Блин. Смотрите, какой сосунок, а. Из-под тишкового кусок говна. В модке. Да я вам открою тайну. Почти все люди, которые ходят в модке, они немножечко такие, знаете. Как вам сказать? Мелкочленные, я бы их назвал. Большинство, не все, конечно же, безусловно. Просто чувак в модке, в модифицированном экзоскелете, почти просто один из самых топовых экзоскелетов в игре, убивает чувака в свитерке с МП-5. Когда чувак в свитерке с МП-5 пытается залутать снорка. Когда для него стопа снорка — это одна из самых прибыльных вещей на данный момент. И вот чувак в модке такой: ебать, я могу, я решаю вопросы. Кусок говна. Так, ладно. Опять тот же самый, что ли? Только уже... Ну, а, вообще отлично, в модке опять. Очередной, ну говорю, в модифицированных экзоскелетах какие-то, блин, странные ребята ходят. Ого, вот это опасно. Просто посмотрите, какое количество хвостов можно просто выйти и налутать. Так, давайте попробуем взять еще один квест. А, у меня он, скорее всего, уже пройден, но я вам все равно покажу, где он берется, чтобы вы знали, как можно фармить деньги. Видите, вот это вот... Опаньки! Опасный момент. Вот эти вот ребятки, они очень-очень опасные. Тут к ним приходится выходить почти в упор. Вот, не забывайте собирать деньги. А, что это было? Мгновенно почти. Ага, вышел сбоку. Все заново. Так, все. Пробуем теперь аккуратненько отстрелять всех недругов. И при этом самим не сгинуть. Я сейчас буду выходить близко к ним, поэтому я возьму с собой обрезик. Ну, а это им пофиг вообще. Что, я беру обрез, не обрез. Они сквозь заборы стреляют. Это просто вулхак, а им вся фигня. Это очень не круто. Поэтому, конечно, приходится с ними сложно. Посмотрите, сколько он хп сносит. Просто, это дичь. Еще и хрен попадешь по ним с этим прицелом, у МП-5, конечно. Великолепнейшим. Так, он умер. Не лезем туда, пока 100% хп не будет, потому что сносят их просто мгновенно. Лутать его тоже сейчас не будем. Смотрим. Осторожно, здесь иногда бывают враги. Здесь иногда бывает бот. Все, берем оружие ближнего боя. Да, я за кейсом, быстро прокликиваем. Все.
Кейс Павлухи мы взяли. Отлично. А теперь можно и порисковать немножко, и попытаться что-нибудь полутать интересное, потому что с них выпадают деньги. Ну и все. Единственное, что мы взяли, это деньги, по-моему, то их не зачислили. Вот такая вот игра для новичков. Прям супер адаптирована. Всем рекомендую. Ну ладно, что-то я отвлекся. Так, кейс Павлухи. Давайте его сдадим. Вот, ну и все. С НСА мы получили еще 5000. Уже двадцаточка с лишним у нас есть. У нас есть 20 тысяч. Знаете, что это значит? Мы можем купить барабанный магазин на МП5. Мы заработали на него. 19 тысяч. Да, 20 тысяч мы заработали. 19 мы сейчас потратили. И у нас уже не просто МП5. У нас уже МП5 с совместимостью, скажем так, пулеметика. Так, ну давайте возьмем побольше патронов, перезарядим. Теперь, когда мы будем погибать, мы не будем терять лишние еще патроны. У нас будут патронов больше с собой. Вот, пойдемте еще одну точку пробежим. И потом самое сложное останется здесь. Ну, отлично. Найти рюкзачок с патронами вашего калибра. Это очень круто. Кстати, это еще один плюс именно в сторону продолжения раскачки МП5. В том, что вы всегда можете найти на нее патроны. Патроны на нее стоят недорого. Они немного весят. Соответственно, она наиболее удобна в этом плане. В плане экономии и всего остального. Ну что, опробуем наш барабанный магазин. Слушайте, отлично, отлично. Слушайте, очень круто. Мне очень нравится. То есть хотя бы вот с кабанами уже нет такой проблемы прям серьезной. Есть шанс их отстрелять. Идем дальше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это я зря. Это я очень зря. Вот смотрите, еще плюс 10 тысяч рублей. Отлично просто. А, что мы имеем? Мы заработали в рублях порядка 30 тысяч рублей. Из них мы потратили 19 тысяч на магазин для МП5. Ну, еще немножко там на разные свои мелкие нужды. Но, соответственно, мы имели запас денег на то, чтобы позволить себе это. Вот, то есть, грубо говоря, мы потратили 20 тысяч, заработали 30. Мы в плюсе на десятку, и мы имеем магазин на МП5. И уже мы можем спокойненько отстреливать кабанов. Нам хватает объема магазина для того, чтобы это делать. Мы уже можем больше дать сопротивление NPC. Мы можем больше дать сопротивление игрокам. За счет того, что просто вести более беспрерывный зажим. И это круто. То есть у нас больше шансов, даже если мы вначале промахнулись. Или не хватило урона по какому-то костюму, в который мы стреляем. То мы просто дожимаем за счет большего количества боезапаса. Вот. Я считаю это неплохо. Я сейчас подведу еще итоги по тому, сколько мы времени затратили. Мы не все квесты прошли. Видите, болото на севере, болото на востоке мы не прошли. Мы их не закончили. За них могут еще дать денег. Но понимаете, в чем дело? Мы же как? Я же делаю видео для того, чтобы любой человек мог с данными способами справиться, чтобы человек, даже у которого нет каких-то скиллов, да, у которого нет какой-то снаряги или чего-то еще, чтобы он все равно смог использовать мои способы заработка и в этой игре хотя бы в чем-то чувствовать себя комфортно. Поэтому я не буду сейчас проходить все. Так бы мы могли заработать еще порядка 15 тысяч сверху. Мы этого делать не будем. Мы подведем итоги следующие. Соответственно, по поводу экономики я дал. Мы сейчас постреляли с вами в кабанов, поняли, как это работает. Мы с вами убили псевдогиганта. Это уже неплохо. Мы уже понимаем, как это делается, хотя бы в отряде. Вот. А можно ли это делать одному? Ну, иногда это возможно, да, убить псевду, когда ты один. Но это непросто. Соответственно, так как видео все-таки делается для всех, то мы способ показываем, который подходит всем.
Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующих видео. Я думаю, мы покажем еще, как бы, как можно там, допустим, фармить кровососов и так далее. Опять же, видите, я не относил части мутантов сразу на базу. Для новичка это ошибка очень серьезная, то есть вы просто просаживаетесь по деньгам. Если бы я носил части мутантов сразу же на базу и сдавал их, поверьте, мы бы сейчас заработали гораздо больше. Я думаю, что мы бы еще порядка там 5-7 тысяч заработали просто на том, что относили части мутантов. Ну вот, не забывайте, мы расширили склад. У нас сейчас на складе, да, есть аптечки, есть патроны. То есть, ну, неплохо для начала-то, да? Вот, причем мы потратили не очень много времени. По ощущениям, где-то полчаса. Именно фарма. Вот. Собственно говоря, давайте закончим на этом видео. Видео нужно делать покороче, чтобы они легче смотрелись. Буду монтировать, вырезать все лишнее. Чтобы не было как с первым видео, которое очень было длинное. И просто люди не могли дотерпеть до конца. Жаловались на то, что видео длинное. Вот. Учтем, исправим и сделаем все просто по красоте. Всем спасибо, всем удачи и пока.